Всем привет! В этом ролике я расскажу, как можно самым необычным способом использовать автохимию. Итак, способ первый. Поехали! Если так сложилось, что вы остались в лесу, а развести костер нечем, то можно воспользоваться любой автохимией, которая содержит спирт. В нашем случае это размораживатель для стекол. Более 90% спирта, и он не замерзает даже при минус 80. Берем, собираем веточки, слаживаем их в кучу, наламываем на мелкие кусочки и складываем из них наш костерчик. Затем берем, смачиваем наши дровишки спиртом и поджигаем. Спирт уже, как видите, начинает гореть. При необходимости нужно долить туда спирта. И от лютого холода вы точно не умрете. Если вы собрались на важную встречу, ваши туфельки оказались грязными и крем, оказывается, давным-давно высох, не беда. Порывшись в багажнике своей машины, можно найти чернитель для шин и бамперов. Нужно взять и распылить на туфли, а затем просто протереть тряпочкой. Вот и готово. Если у вас потеют зеркала в ванной комнате, то можно взять антизапотеватель с машины и воспользоваться им. Распылив на поверхность зеркала и протерев его тряпочкой, вы надолго избавляетесь от проблемы запотевания стекол. Вот смотрите, после купания наше зеркало чистое, а стекло по-прежнему как потело, так и потеет. Вы захотели покататься на скутере в сильный мороз, а он не заводится? Не беда! Для того, чтобы скутер завелся, можно взять и пшикнуть спиртом в воздушный фильтр. Так как температура испарения спирта гораздо меньше, чем температура испарения бензина, скутер должен завестись. Слышите обороты, как повышаются, когда пшикаешь? Ну и, пожалуй, самый громкий опыт – это бортировка колеса путем взрыва. Нам нужно всего пару раз брызнуть размораживателем для стекол в покрышку. Останется только поджечь, но лучше поджигать или факелом, или горелкой. И у нас произошел контролируемый взрыв. Ну а чтобы контролировать свежие выпуски, я рекомендую тебе подписаться на наш канал.